Пензенская область – родина ярчайшего актера эпохи немого кино Ивана Ильича Мазжухина. 1889 год. 8 октября или 26 сентября по старому стилю Иван Мазжухин появился на свет в селе Кондель Петровского уезда Саратовской губернии, а ныне Пензенского района Пензенской области. 1907 год. Мазжухин окончил вторую Пензенскую гимназию, на здании которой в 2016-м была торжественно открыта мемориальная доска-горельеф Мазжухину. В церемонии открытия принял участие председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков. После гимназии Мазжухин поступил на юридический факультет Московского университета, где отучился 2 года и ушел в актеры. Работал в интерпризе в провинциальных театрах, затем в театральной труппе Московского Веденского народного дома. 1911 год. Мазжухин начинает сниматься в кино. Скрипач Трухачевский в «Крейцеровой сонате», адмирал Корнилов в «Обороне Севастополя», «Черт в ночи перед Рождеством». 1914 год. В снятом по сценарию Валерия Брюсова фильме Бауэра «Жизнь в смерти» Мазжухин сыграл главную роль доктора Рено, который хочет навеки сохранить нетленную красоту возлюбленной и убивает ее, чтобы забальзамировать. Именно в этом фильме впервые появились кадры с мазжухинскими слезами, которые стали легендой русского кино. 1918 год. Роль князя Касацкого в фильме «Отец Сергий» считается вершиной актерского мастерства Мазжухина. Актер становится звездой российского кино. 1920 год. Иван Мазжухин покидает Россию. Снимается во Франции, Германии и Голливуде. Остаток жизни Иван Мазжухин прожил в уединении и умер от скоротечной чахотки в Париже 17 января 1939 года. 1989 год. В год столетия величайшего актера в Конделе открыт музей братьев Мазжухиных. К слову сказать, старший брат Ивана, Александр, был известным в России и за рубежом оперным певцом. 2007 год. В Пензенской области впервые прошел кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мазжухина. С 2009 он проводится ежегодно. Самые яркие мужские роли отечественного кинематографа. Встречи с известными актерами и кинокритиками. Лучшее игровое и документальное кино. 2019 год. Год 130-летия со дня рождения нашего именитого земляка. С 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале Пенза состоится 12-й открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мазжухина.